Сегодня на столе комикс Marvel Zombie от автора Роберта Киркмана и художника Шона Филлипса. Мягкий переплет, глянцевая обложка и 150 страниц, на которых разместились все 5 выпусков оригинальной серии, а также небольшая галерея оригинальных обложек. Экземпляр комикса для обзора предоставлен магазином Comic Street. Второе по счету локализованное издание Marvel Zombie, но уже в ТПБ формате, появилось благодаря молодому издательству Zodiac. И вот как оно будет смотреться у вас на полке. Комикс заметно выше ТПБ от Комильфо, но можно сказать одинаковый по высоте с ТПБ от Jellyfish Jam. Но вот что мне сразу бросилось в глаза, так это корешок. Такое ощущение, что он попросту съехал вниз. У кого есть оригинальные издания, пишите в комментариях, там также или нет. Мне интересно. Как несложно догадаться по названию, в серии комиксов Marvel Zombie представлены зомби-версии супергероев вселенной Marvel, которые появились из-за вспышки эпидемии неизвестного инопланетного вируса, превратившего наших любимых персонажей в попросту ходячих мертвецов. Но если серия комиксов про ходячих мертвецов повествует прежде всего о людях и отличается серьезностью, то в зомби Marvel живых персонажей почти что нет. А сам комикс представляет собой калейдоскоп совершенно сумасшедших ситуаций. На протяжении всего комикса царит сущий трэш, в лучшем духе жанра от Киркмана. Кровь, мясо, расчлененка, короче, для любителей жанра это будет очень даже по нраву. Стоит также подметить, что супер-зомби от Киркмана в данном случае получились не какими-то тупыми увольнями, а супергероями, сохранившими свои силы, способности и даже разум. Но между тем, если вам не понравились ходячие мертвецы, то Marvel Zombie вы тоже можете недооценить. Далеко не каждый нормальный человек с пониманием может отнестись к сценам и концепциям, которые использует Киркман. В бою Железного Человека, например, разрывают пополам, после чего он не умирает, а просит товарища подкинуть ему его нижнюю часть, дабы он мог ею закусить. Комикс спасает еще то, что это не просто зомби, но еще и Marvel. В общем, Киркман повеселился на славу, сотворив во вселенной Marvel такое, что не позволял себе ни один другой сценарист. Художник серии Шон Филлипс постарался, чтобы она имела подобающий вид. Мертвецы Филлипса смотрят на мир белыми глазами без зрачков. Шон Филлипс изобразил каждую из трапез бывших супергероев так, что не веришь, что эти парни когда-то были на стороне добра. Естественно, весь комикс покрашен в мрачные цвета постапокалипсиса, а на зомби наложены черные тени, делающие их вид еще более зловещим. Несмотря на то, что этот комикс не имеет мощной сюжетной линии, удовольствие от его прочтения вы получите огромное, так как он притягивает, пугает и шокирует своей идеей и персонажами. А приобрести вы его можете в магазине Comic Street, ссылка будет в описании. И не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх, лайкать и репостить видео ВКонтакте. И заходить в группу ВКонтакте, там я публикую фото-превью новых комиксов. Информационный партнер Comixoid.